Для жителей страны начал работу единый колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина, позвонив в который, россияне могут передать свои предложения о нашем общем будущем. Свою гражданскую позицию в региональном избирательном штабе выразили сотрудники Кузбасского центра стандартизации и метеорологии Росстандарта. Они рассказали, почему они решили выразить поддержку действующему президенту. Защита интересов наших граждан, интересов нашей страны, чтобы граждане, народ оставались всегда таким же сплоченным, идейными, были защищены наши традиции нашего народа. Вот. Вижу в дальнейшем развитие, перспективы нашей страны. Вот. Хочу, чтобы мы стали независимы и только сильнее. По роду своей работы я очень много нахожусь в командировках, не только в городе Кемерово, но и в других городах области и соседних областях. И я вижу, какое изменение в нашей стране происходит за последнее время. Поэтому я пришел выразить свою гражданскую позицию. Хочу сказать, что мы движемся правильной дорогой. И поэтому призываю всех оставаться верными нашему государству и той линии, которой мы сейчас движемся. Напомним, на выборах президента России выдвинуты 11 кандидатов. На сегодняшний день статус зарегистрированных кандидатов получили представители парламентских партий. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Владислав Дованков от «Новых людей» и представитель КПРФ Николай Харитонов. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится 3 дня – 15, 16 и 17 марта. Крайний срок сдачи подписи в Центр избирком Российской Федерации – 31 января. Галина Ильина, Реалининск.